собрали все золото чемпионата мира. Российские синхронистки блестяще завершили свое выступление в Барселоне. Седьмую медаль высшей пробы наши девушки завоевали в комбинационной программе. Причем для местной публики сборная приготовила сюрприз для своего номера. Они взяли за основу историю самой известной испанской героини – Кармен. Трибуны рукоплескали, а судьи безоговорочно отдали россиянкам первое место. Счастье вообще безграничное, я думаю, у всех. Посмотрите, что вокруг творится. Эмоции переполняются. Наконец-то испанцы нас поддержали, потому что они обычно молчали, когда мы выступали. Теперь они уже признали, то, что мы лучшие. Они молодцы, как никогда молодцы. Ну, вы понимаете, у нас каждая команда победители, и каждая команда несет что-то свое. И это прекрасно, потому что каждая девочка, которая в сборной команде выступает, это уже лидер. Лидер в спорте, лидер в жизни. Россиянки повторили свой успех на предыдущем чемпионате в Шанхае. Тогда у нас тоже было 7 золотых медалей.